Ребятки, всем привет! Это шоу «Пошазаем», в котором обычный человек. Он же популярная личность бросает вызов искусственному интеллекту, и сегодня против Шазама борется тот самый Влад А4! Не стерлась до сих пор татуировка. Вот да. Оно что. Я думал, она сотрется через 3 месяца после того, как я ее набью, но она уже здесь. 4 года. Не набивается татуировки на руках. Они не уйдут. Первое, что я удивлен, я смотрел это шоу, и мне казалось, что гости сидят. Да? Но я стою. Знали бы, не знали, но... Знали бы, принесли тебе стул бы. Не, да. мне так даже наоборот комфортнее, можно что-то и поделать. Так, ну что, я правила знаю. Мне нужно угадать песенку быстрее, чем Шазам, и я готов. Давай я тебе готов. Чуть-чуть вот прям детальнее их объясню. Короче, 10 раундов. Перед каждым раундом выбираешь категорию. Угу. Для того, чтобы получить целый балл в одном раунде, нужно сказать. Кнопка ничего не решает. Сказать название песни и исполнителя быстрее, чем Шазам. Угу. Успеваешь хоть что-нибудь, полбалла, ничего. Извини, брат. Принял. Все. Как только у нас будет 1 миллион подписчиков, я лично встану на твое место. Потому что меня там ждут, моей крови хотят. Подписывайтесь. Без проблем, ребята, подписывайтесь на канал. Знаю, какая это большая проблема для каналов и блогеров, что зрители просто не подписываются на канал. Смотрят и уходят. Ну, сделайте приятно. Да, твои категории сегодня — это хиты последних лет, вау. Блогеры, вау. Топ ТикТока, Иньяс и рэпчик. Мне первая категория, вот хорошая, давай с ней. Хиты последних лет? Хиты последних лет. Ну, давай. У меня в плейлисте постоянно есть топ-100 России и мира, и я их по кругу гоняю, когда мне... Ну, хиты последних лет — это не то. Не, это не последние годы, да? Ну, это там 2011, 15, 17, любой. Ладно, уж если рыпнулся, то как бы давай. Ну все, первый раунд, поехали. Так особенно. Монатик, да? Да, какая песня? Так особенно, так чувства горят, да. Кружит. Говорят, а я не вижу их. В таком случае что делается? Я, в принципе, сказал, что это монатик. Да, в таком случае тебе положено полбалла, я тебе их честно отдаю. 0.5, 0.5. Хорошо. Хорошо. Второй раунд. Куда пойдем? Можем Давай остаться здесь? В рэпчик попробуем. В рэпчик? Да. Как у тебя с ним? Отлично. Вот рэпчик фаворит мой. Тоже в детстве гонял? Да-да-да. Ну, поехали. А, смотря о каком рэпчике мы говорим. О каком ты говоришь? Если это типа пуэрчик покрепче там, то нет. Ну, давай проверим, что. Ничего не теряем. Давай. Второй раунд. Макс Корж. Какая песня? Ах, с названиями у тебя сегодня, конечно. Стыдно. Ну, «Земелью» не угадал. Классная песня, да, ну, мне бы еще секунд 10, я бы понял. Но да, это Макс Корж. Ну хорошая да, песня. А у нас 1-1. Так, я думаю, и закончим эту игру. И у нас еще 8 раундов. Так она будет, получается, закончим мы 5-5. В целом, это отличный результат, я тебе скажу. Ну что? В конце я буду на бал впереди, давай. Заявочка, куда идем? Давай ТикТок вообще как бы не хочется рисковать. Давай по блогерам, я заберу этот бал. Мне кажется, ту площадку я контролирую полностью. Тогда всех знаю. Тебя ждет сюрприз. Поехали. Little Big. Какая песня? Little Big, банана. Банана-на-на-на-на-на-на. Ну, Go Bananas, конечно. Ну, ты еще и спел. Короче, целый балл заслужил. Отлично. Это уже у нас 2-1, и двигаемся дальше. Так, давай... Ну, как-то очень просто, а Макс да? Корж — это рэпчик? Ну, вообще, в нашей вселенной, да. Макс Корж — это отдельная категория, по-моему. Согласен. Отдельную категорию Макс Корж да. надо вводить. Да, да, да. Рэпчик или Макс Корж, типа, нужно угадать. И там все, кто под него да, косит. Да, блин. Какая там еще категория? У нас еще есть Иньяс и ТикТок. Но мы можем пойти нет, по кругу здесь. ТикТок не полезу, реально. Вот. Да хорош, там... с Егором Кридом ТикТоки снимать лезешь. Нет, а тут... так одно дело, ты же понимаешь, ты это все листаешь, а название ты... Никак. Окей, убираем. Так. Есть Иньяс. Рискую, но давай. Да? Да. Ну все. Супер. Let's go. 2-1, вы впереди. Lil Nas X. Как называется песня? Old Town Road. Блин, я вот хрен его знает. Честное слово тебе скажу. Я все нормально. Я не видел, что это. Я сам вспомнил. Понятное дело, что ты сам вспомнил. Но ты вспомнил уже в тот момент, когда он высветил Old Town Road. Но... Да, поэтому... 0.75. 0... Чувак, такого у нас еще не было. 0.5 я тебе даю в этом раунде. Извини.
Ничего не могу с собой поделать. Любишь ты, значит, хейт, да? Да, я обожаю. Любишь, когда пишут, что ты нехороший человек, да? Я сужу честно. Ну, раз любишь... Ну, да, получай. Получай. 2,5-1,5. А ты торгуешься? Нет, это я тебе объявляю счет. Куда идем? Как скажешь. Ребята? Ну, давай, не намекай, они и сами уже... Не, я говорю, что лайк, кнопка подписаться там. Да, отбой вот этого, короче, го в комменты. Давай, давай дальше. Что я угадал? Это я угадал рэпчик. Давай по рэпчику. Рэпчик ты не угадал, ты блогеров угадал. Рэпчик ты по полбалла получил. По блогерам тогда? Ну, если такая логика, то поехали. 5-й раунд. Катя Адушкина. Какая песня? Ну, скажи, не угадал до сих пор. Где микрофон закрыть? Как? Одна. Ну. Не, это было сложно. Проблема с названиями. Да, дикая проблема. Но сразу я вот исполнителя узнаю, но песню. Я вообще даже никогда не думал запоминать их, там, не запоминать. Я же, знаешь, все время в телефоне. Вообще ничего запоминать-то и не нужно. Ага. Листаешь, все видишь название. И как бы. Да вот для того, чтобы развивать твою память, мы и придумали это. Вот это вот? Отлично. У нас глобальная миссия. Пора как бы это в школах, наверное, преподавать. Реально, реально. Так, давай. Директора, звоните мне. 8-915, все дела. По рэпчику. По рэпчику. 3-2 у нас. Ты впереди. Знаешь, с другой стороны, ты как бы всегда себе гарантируешь полбалла. Ну, типа, ты уже не должен проиграть. Рэпчик. 6-й раунд. Грибы и копы. Ну нет! Ну, блин! Это же... О! Это правильный ответ. Знаешь, почему? Почему? Я перед тем, как встать за этот стол, посмотрел, конечно же, несколько передач. И вот на этом моменте, когда я слушал эту песню, я ошибся, когда я смотрел. Ага. Я сказал, что это Стромая. Песня вот эта «Алёна, Алёна, донс, тудут». А самое забавное, что ты до съемки мне об этом рассказал, но я забыл рассказать об этом диджею. И поэтому я сейчас такой: «Нет! Что мы наделали?» Ну что поделаешь? Ну что поделаешь? Ничего не поделаешь. Совпадение? Не думаю. 4-2. Двигаемся дальше. Так, куда идем? Хиты последних лет? Да, ну хотя давай. Может, какое-нибудь там «Время и стекло» будет? Знаешь, ну, что-то. Этого уже сразу нет. Ну, типа, ты понимаешь, как только ты что-то сказал вслух, этого уже не будет. Поехали. Давай. Раунд номер 7. Это достаточно легко. Ага. Нет? Не, возможно, невозможно. Нет? Нет, даже ни мысли, ни догадки не было. Серьезно? Ну, это же Дима Билан. Ну, она так начинается вообще неприметно, знаешь. Как-то вот... Кстати, нормальный бит. Держи, держи, руку мою, держи. 4-3. В первый раз он тебя вчистую обыграл. Значит, туда не полезем. Не полезем. Лоджик. Давай еще раз по блогерам. Еще раз. Мне интерес просто, что вы там, какие еще песни подготовили. Просто интересно послушать, кто там у нас вот в этом списке. Вот. Блогеров? Вот с этой стороны мне да, интересно. Да, окей. Возможно, мы тебе откроем какое-нибудь новое имя сейчас. Поехали, 8-й раунд. Тебе интересно посмотреть, да, что это Ида Галич Дима? Ты знал вообще? Начнем с того. Знаешь, кто такая Ида Галич? Конечно, знаю. Ты знаешь, что она поет? Знаю. Даже этот как бы продукт этот слышал, видел на ютубе клип. Наше счастье прошло. Да, это... Мимо. Ну, это не та песня, которую, конечно, я в тачке гоняю, знаешь, чтобы как бы было бы странно, если бы ты такой: «Да, это оно!» Дима! 200 втопил и такой: «Дим». Ну, песню знаю, но, конечно, да, проиграл. Ну, тогда... Ничеечка. Два раунда. Два раунда. Ну, у тебя рэпчик очень хорошо идет. По рэпчику пошли. И прям ТикТок просится. Так, ладно, давай в ТикТок. Не давай в ТикТок. Нет. Нет, у меня нет шансов. Я ни одной песни не помню. Я знаю только вот это, типа... Хочешь в рэк, хочешь в топ, ТикТок. Но если, спасибо. Если этой песни уже не будет, так что ссылаться мне уже смысла нет. Так что давай в рэп. Рэп! Да. Да, 9-й раунд. Поехали. Ничейка. Я не знаю. Ну, Влад, ну ты носишь лу-лу-лу-лу, СТ. Мимо тебя прошла? Ох! Это какая-то, если честно, наверное, песня старше меня, может быть. Ей... Что-то я как-то не слышал. Ей полгода.
Ну, просто мимо прошел. Ну, ладно, да. Хрен с ним. Не в ЦА, как говорится. Как говорится. Не ты обещал 5-5, пока проигрываешь 5-4. У тебя есть... Последний шанс. Иньяс, блогеры, рэпчик, ТикТок и хиты последних лет. Куда лезть? Та-та-та-та. Спрашивает совет у своих товарищей. Ты один на один с этой штукой. Ну, тут или Иньяс, так. Или все-таки в ТикТок. Слушай, а знаешь, как будет эпично, если ты там угадаешь? Ну? Ну? Да? Продано, ТикТок. А, ТикТок! Принеси нам целый балл. Поехали. Ну, окей, а если я напою хотя бы? Ну, полбалла накину. Но тебе это не поможет. Все, все, а, точно. Все, поехали. Ладок, Мэппл, холодок. Это... Неожиданный поворот. Я не думал, я думал, это будет что-нибудь там, что-нибудь английское сложное, но эх, если мы об этом говорим, то давайте еще раз переснимем, и я скажу 10 раз ТикТок. А давай, это заявка на второй выпуск, приходи, мы тебе всегда рады. Давайте, сколько у вас там обычно лайков набирается? Ну, 50 тысяч. 200, ребята, набираем. И будет что-нибудь интересненькое. Отлично, 200 тысяч лайков, и ты придешь к нам на новый выпуск. Супер, мне кажется, достижимо. А пока у нас не бывает ничьи. 5-5. Тебе нужно выбрать раунд. Мне нужен ТикТок. Гуляем ТикТок, мне понравилось. ТикТок, походу, моя даже стихия, я вам скажу. Ну, посмотрим, как ты заговоришь после этого раунда. Окей, суперфинал. ТикТок. Либо ты, либо Шазам. Девочка в тренде, девочка топ Мика. Ну, знал? Хоть чуть-чуть. Знал, но поначалу. Слишком начало неузнаваемое. А Шазам, может, и попроще, попроще вот эти вот моментики, да, узнавать. Но, ребята. И в нашем сегодняшнем батле вот тютелька в тютельку боролся Влад А4, но проиграл Шазам. Может, давайте вырежете финальный? Да. Просто ничья будет. Ну, по краю красивее будет. Сколько? Ну, сколько у меня есть? Сколько у тебя есть? Соточка есть мне на кофе? Соточка есть. Тебе понравилось? Да, спасибо, ребят, что позвали. Я показал себя лучше, чем я ожидал. Я даже как бы посоревновался. А даже суперфинал был. Ты пацан слова. Ты сказал, я 5 наберу, и мы закончим 5-5. Ну, и ты 5 набрал, вы закончили 5-5. А если 200 тысяч лайков наберем? Ах, ребята. Ребятушки, а давайте. А да, я даже готов. Хейтите меня там нормально. Я ему... Ну что, спасибо тебе большое. Спасибо твою тебе. Твою руку в кадре видели, видели. Вот он, вот он. Вот так я выгляжу. 1 миллион подписчиков, я целиком войду. Спасибо. Спасибо, ребят. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой канал. Смотрите побольше YouTube. И спасибо за просмотр. С вами был я. Меня зовут Влад А4. Всем пока. Мне кажется, он готов вести эту программу сам.